Кутисаки представляет, что делать, если ты в незнакомом донжоне или операции только вперед. Приятного просмотра. Для начала найдите табурет с предметом. Сапог или щит или якорь, или оковы. Каждый предмет символизирует, какие способности вы получите после того, как их зазаете. Я обычно юзаю сапог, так как он самый быстрый. Сейчас начнется адовая схватка, нужно крепко держать свои пуканы, чтобы не сорвало резьбу. Погнали! На первом этапе нужно бежать, обгоняя всяких куру и лицев, и смотреть под ноги, чтобы не наступить на мину, а то скажут, был туповат. Сейчас этап с полетом, нужно выкидывать из инвентаря все металлическое, а то вас, как и меня, будет ебашить молния. Видимость нулевая, ориентируемся по приборам. Шевелись, тварь. Тут гонка переходит на новый четырехлапый уровень. Не катакомбы, а пещеры, блять. В двух словах, на грибы не наступать, яйца паукам не давить, и на обрывах не зю. Взлетаем на потоки и переходим на завершающий этап. Тут меня будут ждать гробы, скрипучие зомби, вонючие пики, точеные и драчные. My favorite game.
это вот завершающий полет. После этого можно умереть и помочь друзьям, замедляя врагов и тем самым ухудшая их время. Петушок смеется, но его песенка спета. Кто проиграл, не получает ничего, а кто победил, все, так что играйте и выигрывайте, но это зависит не только от вас, но и от тех, кто у вас в группе. А сейчас я буду получать награды. Печное копыть хорошо торкает, но если еще покурить чебанки и запить битнером, приход будет конкретный. Всем спасибо за просмотр, берегите себя и до встречи.